Для основной части юных гимнасток открытый чемпионат Бреста и первенство специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва БФСУ «Динамо» закрывают спортивный год и соревновательный сезон. Вместе с тем организаторы сумели превратить состязание в настоящий новогодний праздник. Подводим итоги уходящего года. Плюс это перед Новым годом, это еще как и утренник для детей, потому что предусмотрены для всех подарки, для всех какие-то призы, помимо завоеванных медалей и дипломов. Каждое соревнование для детей – это опыт, это возможность потренироваться лишний раз, чтобы подготовиться больше к республиканским соревнованиям. Такие турниры как раз сделаны для вот именно этого, для деток, вот маленьких малышей, потому что маленькие детки на республике еще не выступают, и вот они могут готовиться только на этих как бы турнирах таких. В турнире принимают участие гимнастки разных возрастов. Самой старшей – 12 лет, младшей – 5. Среди участниц много дебютанток. Для них участие в соревнованиях – первый серьезный опыт и первые оценки спортивных успехов. У нас были тренировки каждыми днями. Мы все время тренировались и готовились к соревнованиям. Мне понравилось выступать, потому что я показываю, что я умею. Показываю, что я умею делать. Не менее волнующие состязания проходят и для тренеров. Для наставников главное – правильно настроить и смотивировать своих воспитанниц. Мы говорим им наставление, чтобы они выступали ярко, красиво, ничего не боялись, красиво улыбались, и тогда у них все получится. Я сама лично участвовала в этих соревнованиях очень много лет назад, и то, что сейчас выступают мои ученицы, я очень рада и довольна, потому что именно эти соревнования дают некоторым детям шанс на дальнейшее будущее, связанное с гимнастикой. Некоторые детки даже первый раз уже начинают выступать. В каждый номер спортсменки и их тренер вкладывают много времени и сил, оттачивая элементы и мастерство. Здесь важно все – и цвет купальника, и даже последний аккорд музыкального сопровождения. Мне интересно выступать. Я уже 4 года хожу на художественную гимнастику. Мне нравится ходить, потому что здесь красивые элементы, все красиво, как все девочки делают, и медали можно заработать. Медаль можно только заработать. Это правило гимнастки усваивают в самом раннем возрасте, потому что знают, успех – это 1% таланта и 99% упорного труда. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.